Друзья, всем доброго, прекрасного утра из Турции, из Кемера, райончик Гюйнюк. Отель у нас с вами Энджи Фазелис. Такой прекрасный вид с утра на горы, на море. Ну что, давайте обзор номер 32. 53 заходим. Та-та-та-там. Полина нас здесь встречает. Ой, это что за киска здесь такая? Тебя мини-клуби накрасили? Ага. Так, слева у нас здесь большущий гигантский шкаф. Ой, сигнализация. Вот. Здесь у нас сейф. Полки разные, много разных полок. Мы будем заострить внимание. Сигнализация работает, если дверь не закройте. Есть кнопки, можно включить, чтобы вам убрались, чтобы не убирались, и включить, свет выключить. Очень много всего. Здесь огромное зеркало. Здесь у нас еще что есть в шкафу. Так, халат. Пожалуйста. Вот здесь у нас еще, смотрите, сумки. По две штуки, по-моему, дают по две сумки на один номер. Так, смотрите, здесь у нас слева дверка открывается, здесь заходим. Здесь у нас душ, банная зона. Смотрите, деткам здесь дают такой набор. Вот такой прям мочалка, уточка, мыло, еще что-то. Мы с Никитой заселились, нам дали, и поле, видимо, тоже было. Ну, стандартно банный набор. Так, здесь нестандартно, какие-то красивые флакончики. Гель для душа. Что-то у нас еще такой необычный. О, это для бритья, смотрите. Крем для бритья, бритва. Здесь у нас фен, подсветочка для мочи. Здесь у нас душевая кабина, тропический ливень. Так, дальше выходим, пойдем. Здесь у нас, смотрите, такой чайно-кофейный столик. Кофемашинка, капсулы. Пожалуйста, налил водички, заварил себе кофе. Что, Принглс тоже приносит, да? Принглс, кофе, водичка, чайник, естественно. Чтоб чай сделал, здесь у нас мини-бар, холодильничек. Здесь у нас что такое? Хариба, шоколадка. Минералка, фанта, кола, молоко, шоколадное даже есть. Смотрите, орешки, палочки. Еще должно быть пиво, но почему-то не пополнили. Дальше здесь у нас огромный телевизор, просто гигантский. Старешница такая, не знаю для чего. Тут тоже огромные полки. Здесь у нас большая кровать, тумбочка. Жанна лежит. Еще одна тумбочка. И вот так вот взгляд назад. Немножко здесь блок управления кондиционером, картины и все. Ну, смотрите, хочу сказать про кровать. Раз кровать, два кровать, три кровать. Здесь еще, кстати, можно двух положить. Шутка, конечно. Но на самом деле, получается, ну, номер широкий. Обычные номера, они вот такие вот, да. Раз, кровать, проход, и кровати в ряд стоят. А здесь делюкс. Здесь делюкс, здесь стандарт. А, ну, простите, да. Очень хорошо здесь у вас. Очень красиво. Ну, давайте выйдем на балкон, посмотрим, что у нас здесь, какой вид. Я-то на самом деле уже уходил, но вас тоже надо вывести и показать. У нас, смотрите, здесь стул, два штука, стол. Балкон, кстати, не очень большой, но и не маленький, просторный на самом деле. Очень хорошо сказал, да? Ну и вид, это вообще просто бомба. Солнце, горы, бассейн сейчас так просто переливается, я смотрю, тут глаза щурю. И просто балдею. Ну и, конечно же, море. Смотрите, какая красота. Прям бухточка такая. Очень круто. Смотрите, балкон от другого балкона отделен зеленью. Здесь тоже зеленый такой коридор. Это, знаете, для чего сделано? Чтобы дети вот так вот куда-то не перелезли, не облезли, если залезли, там застряли, дальше не пошли. Вот. Ну, это как минимум плюс, это чтобы как бы что-то красиво было. Но все равно вид потрясающий, да, вот это вот все. Пишите, как вам номер, как вам вид на балконе. И мне кажется, вообще огонь. Бомба, просто бомба. То есть, традиционно любой день в Турции начинается с завтрака. Здесь, смотрите, при входе вас могут угостить шампусиком. Доброе утро, вот так вот. И потом уже все вкусняшки. Так же, как и на ужин, здесь очень много мест, где можно взять еду. Еды просто огромное количество. Смотрите, красную рыбку, к примеру, нарезают. Очень, кстати, вкусная и красивая рыбка. Куча мяса. В общем, очень много всего. Вот здесь на завтрак. Сырный пирог, бюрек, пожалуйста, который я люблю.
Очень в Турции ем каждый раз, когда где-то в кафе мы ходим. Гуляешь на завтрак, бюрек поесть очень классно. Выпечка, булки. Смотри, тут все очень много выбора, просто вообще. Все сейчас не переходить, не переснимать. Яичница скрэмбл, смотрите, яичница глазунья вот сейчас будет там жариться. Здесь 8 минут яйца вареные, 5 минут. Жареная оливка, чуть-чуть я в первый раз вижу. Сэндвичи, тосты, представь, смотрите, кассадилья есть. Треугольники сырные, в общем, много-много всего. Вон, Никита, сынок мой, сэндвичи где-то взял. Это что у нас там такое? Фиши, турецкие, пончики. Хлеб жареный, сосиски вон там. Для любителей диеты, если отрицать, смотрите, прям диетический стол, уже отварное мясо, курица с утра. Вот еще гречка даже есть, картошка фри, луковые кольца, море просто йогуртов, джемов. Йогурты, хочешь прям банка, хочешь вот так вот, свеженькие. Хлопчатые воробушки, наши любимые, как всегда. Сухофрукты, ну вообще просто разнообразие огромнейшее. Я вам еще не все показываю, иногда мимо прохожу, потому что смотрите, сколько еды, это нереально все заснять. Орехи, вот что только нету, цукаты, фрукты, клубничка, такая аппетитная сутрица, арбуз, дынька. Пожалуйста, хочешь нарезанные фрукты, хочешь целые, можно? У меня вот такой вот завтрак. Клубничка и арбуз. А все-таки это я жене взял. Смотрите, еще вам омлетик могут пожарить. Выбирайте ингредиенты. Мераба. И жарят вам здесь. Вкусняшки. При таком разнообразии у меня такой скромный завтрак. Омлет и круассан. И арбуз очень люблю на завтрак. Всем приятного аппетита. Кушать будем здесь на улице с таким прекрасным видом на море. Мы еще заказали фреш, апельсины и кофе. Ну, тоже бесплатно, естественно. Фреш, кстати, очень вкусный. Ну и прогноз погоды, конечно, верить здесь нельзя. Вчера показывал, что сегодня будет туча. По Яндексу сегодня, смотрите, какая хорошая погода, летняя атмосфера. Время у нас уже 12:30. Мы только вышли. В общем, мы уже выселились. 12 номер был, продлить не могут. Почему? Потому что отель в стопе. Вы представляете, отель в стопе, а на самом деле народу вот нигде не ощущается. Ни в бар, ни в бассейны, ни на пляже. То есть народ рассасывается. Это очень прикольно. Да? Прямо вот тоже я вчера так особо не замечал, что народу очень много. Это очень хорошо, что всех так распределяю. Все-таки прогноз Яндекса сбылся во второй половине, а? Солнышко ушло. Тучки пришли. Ну так тоже хорошо, кстати, чтобы не сгореть. Потому что сегодня с утра первого дня пекло очень сильно, прям сгореть можно было. И поскольку у нас нет номера, мы пришли в спа. Здесь такая релакс-зона, смотрите. Две баньки есть. Потом здесь фреш можно отжать себе. Здесь фрукты. Фрешек вам отожму по желанию. Но нам не повезло. Машинка, сказали, сломалась. Фреш нам не достанет. Только бассейн. Но большой бассейн и маленький он там для деток. Здесь еще такая холодная сандон. Прям прохладный. Сунится. Я так понимаю, что что-то происходит. Еще Steam есть рум. Где-нибудь в тумане. Все, песок подъехал потом, я взял, очень вкусно. Здесь, кстати, очень классно. Бассейн такой прям чистенький, знаете. Плаваешь, смотришь на море, на горы, баньку, естественно, я сходил. Обожаю баню, сейчас еще пойду. Еще тренажерный зал здесь есть. Приличный прям, очень большой. Вот, смотрите, дорогие. Я вообще пошел переодеться. Вечерние вещи помыться, но только что-то так распарился. Сейчас пойду на улицу, может, еще там поплаваю. В общем, сегодня второй день уже особо ничего не снял, потому что ничего нового не было. Никуда не ходили, вот спа сходили, снял. Так вообще отель понравился, все очень классно. Единственное нарекание по персоналу есть такое, ты что-то заказываешь, там кофе на завтрак, на пляже что-то. И это просто может не приехать. Я просто забываю, такой несколько раз был. Вот, не только у нас. Ну, как бы это мелочи там, встал, в принципе, пошел, взял. Вот, не такая, как бы, большая проблема. А так все отлично. Это очень классно, номера, естественно, все классные, напитки тоже все обалденные. Вот такая вот красотища. Что-то сейчас так учусь, что вообще никого нет. Где все? Смотрите, прям вообще никого в бассейне. А, тут сейчас какой-то момент дождик начинался, поэтому все разбежались. Мы в том числе в баню пошли. Сейчас, видите, опять солнышко светит, очень красиво. Смотрите, как тут у детишек. Их тут кормят. Приходишь их забирать, они не хотят уходить ни в какую. Здесь вот смотрите, там все, вкусняшечка. PlayStation у них тут.
В общем, дети тут балдеют. Ну, мы так их забираем иногда, приводим периодически, но они прям не хотят уходить и кормят здесь, и все. В общем, детей здесь свой кайф, как сказала Поля. И футбол они на улице играют, и занятия тут всякие, волейбол, баскетбол. Что, мы уезжаем? Деткам здесь при выезде, смотрите, дают такие рюкзаки. Ну-ка, покажи нам, что там. Ничего себе, бутылочку. Прям вообще можно успеть так и кататься. Футболочка. Футболка. Разукраска. Кепка. Разукраска и рюкзак. Там еще карандашина. Там, смотрите, с логотип NG Fazelis, BM, все дела. Обидите, позовет нам кто-нибудь, Валерий. Это красота. Спасибо большое. Здравствуйте. Так, ну что, вечерочек, вечерок. Мы собрались, приоделись и собрались на ужин пойти. Мимо проходим, смотрите, здесь есть кофе Коин. То есть просто обалденная кофейня. Просто обалденная здесь. Не знаю, здесь раньше, кстати, был еще кофе такой, который холодного отжима, супер крепкое. Я на самом деле все это уже снимал, но вам не выложил. В общем, здесь много-много вкусняшек. Круассаны, чего только нету, и кофе обалденный. Вот здесь вот, кстати, еще одна зона. Дополнительная мировая, шоколад, все тут разного вида вообще. Вот такое вот красотища. В общем, здесь называется, как там про попу говорят-то? Расти попа, точно, вот, кафе. В общем, да, но все равно надо это кушать, это все очень вкусно, мы отдыхаем. Это не так долго, а не кушать надо дома. Вот так вот все. Дома на диете, а в отеле кушать, прям удовольствие получать от всего, от вкусняшек, от бургеров. Вот прям все, что хотите, все ешьте, прям кайфуйте от отдыха по полной. Обязательно вот это надо делать на отдыхе. Иначе зачем приезжать на отдых, чтобы, ой, это не буду есть, ой, это не буду есть. А дома вот уже можно расслабиться, одной семейный бюджет подэкономить потом. Все, мы отправляемся на ужин, так вот спустились вниз, прошлись по всей этой дорожке. И идем. Конец, здесь внизу у нас ресторан. Вот там вот я, кстати, еще не был. Да, и мы пока идем, тут разные а-ля-карты были. Мясной, еще не мясной, еще разные. Вот, смотрите, здесь раритет стоит. BMW. Вот такой вот красавчик. Так, ну и добро пожаловать в ресторан. Знаете, в ресторане вас встречают шампанским. Добрый вечер. Не, спасибо. О, ароматы. Сразу чувствую, пахнет очень вкусным мясом. Прямо издалека чувствую. Ой, снимать не переснимать, боже ты мой. Как вам все это показать, друзья, а? Вот как? Скажите мне. Длинный ролик, сложно делать. Вам тяжело смотреть. Не показать тоже жалко. В общем, как-нибудь вам все придумаю. О, смотрите, суши. Давайте, наверное, выборочно, да? Вот суши сегодня вкусные. Там, в общем, сырная вечеринка. Куча холодных салатов, да, вот так вот, мне кажется, быстрее будет, а когда что-то прям мега аппетитный, бери, если хочешь, но вот еще видов очень много, суши, да. Так, ну а вот откуда ароматы шли мяса. Тут я вчера в мясном ресторане были, отмечали покупку квартиры клиента. Смотрите, там также приходишь, выбираешь, и тебе все это жарят. И вот там вот, смотрите, как все шкварчит, бурчит, аж не видно. Вот там вот все жарится как аппетитно, сочно, мощно. Смотрите, тут у нас и рыба-меч, представляете? Здесь шашлык из индейки, вот там все это жарится так. Запахи просто обалденные. И там вот, смотрите, с огоньком что-то шкварчит. Это вок называется. Я обожаю эту тему. Так, покушать можно снаружи, если найдешь место. Мы что-то никак не найдем, и также внутри можно покушать. Да, с местами на улице беда. Хотя столы как бы очень широко расставлены, можно было побольше столов сделать. То есть вообще не сесть. А внутри, блин, не хочется, хочется на улице. Ну давайте ательеры немножко критикую вас. Смотрите, места полно, вон там. Но реально сесть вообще некуда. А внутри прям, ну, как бы атмосфера летняя на улице у нас. Здесь душно, пахнет мясом. Ну то есть зимой хочется сидеть внутри, летом наружу, вы понимаете, да? Вот наружу. Я бы еще бы организовал бы много мест. Я сейчас еще не стал снимать и как бы вообще говорить не хотел. То есть мы подошли с Никитой, стояли, там стол все-таки нашли. Ну, грязный, еще не убранный. Подошли, стоим. И официант подходит, сажает туда женщину с ребенком.
такой, пожалуйста, вот сюда. Я говорю, так мы стоим, ждем, чтобы вы убрали, и мы сели, а он их туда как бы привел. Ну, я уступил, как бы девушке не стал ничего говорить, но официант тоже, ку-ку, мы же уже стоим у стола, чтобы он нам убрал. Он туда приводит, говорит, типа, садитесь сюда. Ладно, мы внутри посидим, поедим. Но настроение чуть подпортилось. Ну, я надеюсь, мою грустинку исправишь. Креветосы и рыбка красная. Вот так вот выглядит эта красотичка. Ну, все остальное я вам давайте не буду показывать. Много орехов, сухофруктов. Ну, то есть очень большой выбор всего. Есть мясная нарезка. Видите, что-то типа колбасок нарезанные. О, каре ягненка холодного вида. Так, сейчас попрошу, если это возможно, я попробую. Ни разу в жизни не пробовал каре ягненка в холодном исполнении. Давайте я вам тоже покажу эту красоту. Может, я путаю, может, какая-то другая часть, но очень похоже. Прям, видите, каре ягненка, палочка есть. И оно само мясо. Блин, ну тут очень много еды. Салаты, малаты, вообще, я даже не знаю, что сказать. Орехи, все, что хочешь. Это у нас что? А, это карпаччо из этого, из осьминога. Вот он, рулет осьминожий. И такой карпаччо делает. Блин, я бы взял, ну, две тарелки как-то не удобно таскать. Ну, блин, попробовать хочется. Ладно, сейчас, может, попозже приду, сейчас вам поснимаю. В общем, еще холодные всякие закуски здесь. Здесь огромное количество сыров, салатов. Здесь пицца, пиде. Все вот так вот это, шкафчиков делается. Хлеба очень много, выбора, естественно. Куда же без хлеба? Так, вот там много видов супа. И здесь еще такая зона, где надо самим открывать. То есть, видите, где-то как по-новому, да, раздают, тарелку протягивают, а где-то можно самим. Вот это, я думаю, диет-буфет, да, там вот картошка, пюре вижу, макароны там отварные, овощи отварные, супчик два вида, то здесь уже самому можно набирать. Потом здесь у нас бар, вот так вот, там тоже все пиво в закрытом виде, бомонти нефильтрованные есть, и все остальное, все, что я перечислял, тоже Миллер, Корона, все-все-все есть. Так, вот здесь у нас как раз очередичка такая небольшая за мясом, вот которое с той стороны жарят. Вот сюда вот можно тебе прям попросить и с гриля сниму. Так, вот здесь еще говяжья нога нарезанная с соусом демиглас. Ну, друзья, блин, еды очень много, прям очень. Вот везде все что-то шкварчит, шипит. Здесь вот я вот вижу издалека, когда что-то похоже на каре ягненка, меня это манит. О, да, здесь тоже, кстати, с ягненком какое-то блюдо. Вот, много блюд. Так, а вот она, лапша вок. Здесь у нас еще говядина в устричном соусе. Курица, в общем, все, что хочешь, друзья. Есть, не переешь. Смотрите, крошка картошка такая запеченная есть. Очень аппетитно выглядит. Там еще сыры, там еще курочка гриль делается. Ой, а, это не сыры, это макароны такие разных видов. Здесь у нас вот целый остров гигантский со сладким. Вот давайте, вот здесь вот вам покажу, здесь очень аппетитно все выглядит. Такие эклеры, кексы, смотрите как, с клубничкой, с малинкой, с ежевикой. Вот так вот прям, воу-воу-воу-воу, как бы вам успеть все это посмотреть. Вот здесь еще, вот так вот смотрите, здесь вообще прям мега аппетитно все выглядит. Вот так вот, эклеры, точнее, вот такие красные. Там фрукты, арбузы, мушмулат, яблоки, ананасы, клубничка. Много-много всего. Там еще дальше десерт. В общем, друзья, сейчас стол здесь очень огромный, очень большой. Всем приятного аппетита. Я пойду что-нибудь тоже перекушу. Вот что взял. Потом еще разок схожу. Ну, пока мы кушали, трапезничали. Уже подтемнело чуть-чуть. Хотел найти выход отсюда. Обычно у нас ресторан. Вход там. Давай, Никит, вот ныряй через дырку. Смотри, чтобы там колючей проволоки не было. Шучу. Оп. Сейчас так вот проползем. Этим атмосферу вечернюю. Ну, нормально, все очень вкусно, все классно. Мне все понравилось. Креветочками подняли мое настроение. Арбуз съел. Ананасы очень вкусные. Давайте вам покажу немного вечернюю атмосферу. Смотрите, как лампочки горят. Все подсвечивается. Кемеровские горы. Там у нас Анталия. Вот светится. Вот видно вам, нет? Так вот туда идет. И все Анталия. Калейчи там, вся эта красотишка. Сейчас, представляете, уже вечер, можно все равно деток отвезти в мини-клуб и спокойненько где-нибудь посидеть. Детки там позанимаются, народ сейчас немного будет. Ой, там, смотрите, тоже морешка. Ой, какая красотища, не знаю, что у вас там на камере. Вживую все очень классно.
Вот, мадам мои идут. Мои, точнее, одна моя мадам. Жена, Жанна и ее подруга. Жанна и ее подруга. Я сказал, мадам мои идут. Потом сказал, что мадам одна моя и ее подруга. И тоже пригодится, вдруг уже на свет. Слушайте, очень красиво все светится. Прям подсветочка бомба, смотрите, особенно вот здесь вот. Опа, вот так вот все, синего, фиолетового цвета. Ну прям вообще класс. Хоть заныривай, проныривай по ночам. Девчонки, все хохочет, хохочет там. Что-то. Что вы там опять придумали? Субтитры? Зачем? Мы же все понимали, о чем ты говоришь. Да. Давай рассказывай. Ну, мы же никто не понимает. Мне кажется, по мне и так все понятно. Так, ну и вечерочек, вечерок. Видите, там огоньки такие мигают. Огни большого города такие в небе. Вот там сейчас будет проходить мероприятие. Оба-на, смотрите. Там еще такая дорожка, которая идет на эту гору. С большим деревом наверху. Она даже подсвечивается ночью. Да, в прошлый раз, когда здесь был другой отель, вообще все по-другому было, абсолютно все вообще прям. Ну, естественно, здесь даже корпуса перестроили, просто построили новые корпуса. Это вот здесь вот мы сегодня обедали днем, что вот этот барчик. То есть как бы на пляж смотреть, направо идете, вот сюда приходите. И вечером вот здесь, видите, амфитеатру, так называемый. Так, вот все моргает, светится. О, смотрите, здесь прям не просто стульчики, здесь прям столы. Ой, как прикольно, гора с подсветкой. Ну, вообще класс. Да, реализация обалденная. Смотрите, столы, столы, стулья. Там бар возле гор. Все моргает, светится. Шоу-тайм начинается. Смотрите, какой тут бар. Очень так атмосферно здесь, прям в горе такой встроенный. Так, и здесь есть черный ром Гавана Клаб. Я его очень люблю. Я себе заказал Гавана Клаб с черным ромом. Это очень вкусно. Ну, дам вам Aperol Spritz. Так, ну и начинается программа. Смотрите, как сегодня цирк. Очень феерично все смотрится на самом деле. Главное, чтобы за музыку не забанили. Поэтому я вам чуть-чуть здесь поболтаю немножечко прямо в микрофон. Так, смотрите, что происходит. Нас на сцену вытащили зрителей. И зрители вот что творят. Там и зрители, и акробаты, и вообще прям очень все феерично, смотрите. Одна вон с другого, третья, четвертого. Так, ну персонал тут вообще классный, все добрые. Мераба, Амир. Мераба. Экшенлер. Гунайдин. Чем мы еще знаем? 43. Гунайдин, это доброе утро. Экшенлер, это добрый вечер. Да, и спокойной ночи, Игеджелер. Да? Как? Игеджелер. Игеджелер. Вот мой сын знает, я еще пока не... Coming. Бар орда? Бар бы? Олум, каштаны гали. Классные, все такие добрые, отзывчивые, веселые. И хочу заметить, что пришел, смотрите, народу сколько сидит, да? У бара никого очереди нет. Так все построено, что 3-4 человека стоит, все быстренько все делают. И очереди нет. Это молодцы, хорошо организовано. Так, ну что, шоу здесь закончилось. Бар продолжает работать. И смотрите, я даже не знал, что здесь за одной сценой есть еще одна сцена. Здесь перформанс шоу сегодня будет очень хорошо, как я люблю говорить, да? Я реально не видел то место. Смотрите, как вон DJ стоит, вон NG Fazelis Bay, уважаемый, значит, здесь в Турции можно назвать меня Евген Bay. Алджай Бэй. Бэй, это значит, уважаемые. Классно. Здесь, я так понимаю, будет диско-пати. Вот так вот. На роликах, смотрите, катаются официанты. Возят вам все. И в чем прикол, смотрите. Вам просто ничего не видно здесь. А я вот своими глазами вижу, потому что камера здесь не с большим объективом. Она все передачи, все чувствительность очень маленькая. Здесь море. Вот здесь вот просто камни, море. Волны накатывают. Вот это все вот сверху вот светится, не знаю, вот вида нет сейчас. Я на маленьком экране здесь ничего не вижу, но я думаю, что вы сидите. Но атмосфера просто бомба-лейла. Туда дальше Кемер светится. Там Анталия светится вот с той стороны. Там у нас море средиземное черное. Ну, темное имеется. Блин, класс. Здесь, знаете, такая атмосфера.
блядь, бросится. Так, опа, опа, Дюжин танцуешь, вроде соло танцуешь. Ой, ой. Фото с подписчиками. Очень жалко, что вам не видно, здесь вот прям танцуешь, стоит и полная нога, прям вот так, раз, два, три, вот, прям красиво, но вам не видно, но это очень красиво. До концерта сегодня пропустил в Армадоне. Жанна не пропустила. Ну и вот песня нашей молодости. Кто знал, что песня звук нос? Алена Тарс. Да? Алена Тарс. Так же звучит эта песня. Алена Тарс. Нет? Алена Тарс. Да. Такие прямые эфиры делал, да? Ставить вот так вот, ну, и все вместе, чтобы. Что хочу сказать, что отель, он вроде бы семейный, но с другой стороны, если хотите потусить вечерочком, сюда зашли, и добрейший вечерочек, можно тусить, вообще просто класс. Причем там, вот здесь вот даже отходишь на 100 метров, музыки вообще не слышно. Просто тишина полнейшая. Вот сюда вот зайдешь, а в номерах вообще ничего не слышно. Очень круто сделано, что вот такое отдаление дискотеки, поэтому подойдет и для семейной жизни, и для семейной плюс молодежной тусовочной. Ну, не прям совсем для молодежи. Ну, смотри, что вы хотите, опять же. Разные есть варианты молодежного отдыха. Вы все увидите, все поймете. Вернее, все уже, наверное, видели половину, все поняли. Вот, смотрите, какая тишина. Я в туалет ходил, вот мы отсюда идем. А вот за горой сейчас будет шумиха. Я вам, знаете, что хотел сказать? Что когда ты приезжаешь на 2 дня в отель, это совершенно другой отдых, когда ты приезжаешь на неделю. Когда приезжаешь на неделю, у тебя так все размеренно, расслаблено. Думаешь, сейчас там отдохну. Как ты думаешь, потанцуешь там, потом сям. Как-то, знаете, все размеренно так и не спеша. Когда ты приезжаешь на 2 дня, ты понимаешь, что в эти 2 дня ты должен отдохнуть по полной. И вот просто приходишь на танцпол, никто не танцует, и тебя просто прет, тебя просто зажигай. Потому что ты понимаешь, что ты всю неделю, блин, работал, хреначил, да, и вот ты приезжаешь, просто танцуешь, ешь, пьешь, все вкусно, все классно. 2 дня, то есть ты укладываешься, блин, неделю отдыха своего укладываешься в эти 2 дня, это совершенно другой отдых. Поэтому, блин, опять же, когда живешь в Турции, приезжаешь на выходные, как на дачу, в отель, ты просто, блин, ну, не знаю, такие эмоции с отеля высасываешь, просто вот прям заряд на всю неделю. Ну, я, как всегда, передаю вам этот заряд, поэтому заряжаемся, друзья, машем пальцы вверх и вперед на танцпол. Смотрите, здесь еще и Шериданс есть, ну, вообще, красотишка, это очень редко где бывает. Где? Шериданс. Это камера. Да, такая вот. Ура! И не одна, у них несколько. Спасибо, Варимач. Эй, Шамдар! Эй, Шамдар! Так, ну что, ребятушки натанцевались, наплясались. Еще разок ночной взгляд на отель. Смотрите, как там классно вот этот второй уровень светится. Я там был, я снимал в прошлый раз. Я надеюсь, что получится туда подняться. Если нет, то видео с прошлого раза я вам туда тоже ставлю. Все, сейчас идем бай-бай делать. Возможно, видео будет одно, может быть два. Если что, если их будет 2, то спокойной всем ночи, огромной всем удачи, как всегда. Не замечайте на отдыхе никаких мелочей, заряжайтесь только солнцем, морем, позитивом, вкусняшками, пихтами, облепихтами, всем чем угодно, песочком, морем, просто заряжайтесь. И огромное вам всем удачи и пока. Ну а если это не конец видео, то я просто, может быть, думаю, что делать одно, просто полное видео, такое на час, на два, зато целое, да?
Пишите, как лучше, как удобнее. Так и сделаем. Но все, что завтра будет, вы все равно увидите. Рано или поздно. Я все равно это смонтирую. Или я, или кто-то из монтажеров нам поможет. Так, ну смотрите. Ну там мы въехали сегодня. Там у нас ресепшн. Здесь есть такие ворота, которые я реально вообще не замечал. Здесь есть проход в другой корпус. Вот этот корпус, который на горе уже ночной такой светится. И если кто ночью проголодался, как наши дети, здесь есть ночной суп. Можно сюда отправиться. Потому что это чартер, это совсем другая. Куда вы все едете, товарищи? В ресторан. На ночной суп. Ночной суп. Не держи с тобой. Я танцую. Поднимаюсь на четвертый этаж. Снимаю, снимаю. На самом деле, я вообще никогда не догадался, что здесь есть ночной суп. Меня просто сейчас ведут. Блин, здесь темно. Свет чувствительность очень низкая у этой камеры. Очень красиво. Живую. Приходите сюда. На этот этаж поднимайтесь на четвертый. Дальше прямой проходите. Здесь ресторанчик ночной. Кстати, море видно все. Смотрите, как прикольно здесь в горах наверху. Есть свои бассейны. Я так понимаю, здесь несколько уровней. Несколько бассейнов. Вот раз, два. Как на карте я вам там показывал. Три. Ночь классная. И отсюда еще видно море. Ну, ночью вам вообще ничего не видно, но отсюда сверху днем вид просто бомба вообще. Вот эта Анталия вся полностью. Почему так скромно макарошки, салатик, а дети у нас бургеры, картошка фри вот такой. Три порции вообще. Просто такие мощные бургеры у них, смотрите, какие они просто гигантские. Что, доброй ночи, ребят, товарищи. Никит, давай, налегай. Вообще все съест. Так, ну вот сейчас наконец-то дошел поснимать вам аквапарк. Уже как раз подсветочка включилась. Естественно, уже вечер, ничего не работает. И мы сейчас просто уже уезжаем. Кстати, два дня не хватило, чтобы даже до аквапарка добраться. Но сказали, что вода холодная была, поэтому мы не пришли. А так мы покатались бы обязательно. Еще есть горочки такие есть. Качели. Смотрите, сегодня баранья отбивная. Каре ягненка перед отъездом. Можно еще парочку. Конечно, перед время это я очень люблю. О, кебабчик там пыхтит, скворчит. Сейчас кушаем, мы уже уезжаем. Друзья, спасибо всем, кто провел эти деньки с нами. Два дня. Огромное вам всем удачи. Как всегда, не замечайте на отдыхе мелочей. Заряжайтесь солнцем, морем, вкусняшками, позитивными эмоциями. Огромное вам всем удачи. Пока. Увидимся в следующих видео. Где встречались, там и говорим пока. Встречались мы у нас в квартире. А пока говорим здесь. Все, пока-пока ты.